анонс и дата выхода с 9 по 12 серию нового сериала «Бедная Саша». С 9 по 12 серию сериала выйдут на телеканале «Домашний» 22 июня. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как незадолго до своей свадьбы Саша узнает, что беременна. Казалось бы, семейное счастье обеспечено, но свадьба отменяется. Жених в попытках убежать от криминального прошлого женится на дочери следователя. Вместо свадебного платья и фаты Саша вынуждена купить билет на поезд, чтобы исчезнуть из родного города навсегда и начать жизнь с чистого листа. Путь к новой жизни для Саши оборачивается новым испытанием. В поезде девушка знакомится с аферисткой Валерией. Женщина подстраивает аварию, ворует деньги из соседнего купе и скрывается с места преступления. Саша приходит в сознание уже в больнице и узнает, что ее обвиняют в том, что произошло, и принимают за Леру. Девушка вынуждена менять имя, так как никак не может доказать свою невиновность. Теперь она живет в вечном страхе и постоянно ожидает разоблачения. Ведь с одной стороны ее разыскивает милиция, с другой – бандиты. Сможет ли Саша противостоять жизненным обстоятельствам, спасти ребенка и найти свое счастье? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, с 9 по 12 серию сериала выйдут на «Домашнем» 22 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!